Nokia 5220. Замена разъема аудиогарнитуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5220». Разъем аудиогарнитуры выходит из строя из-за механических повреждений. Симптомом поломки разъема служит отсутствие звука в наушниках. Пинцетом извлекаем разъем из корпуса телефона. Новый разъем пинцетом вставляем на место старого. Все, разъем аудиогарнитуры заменен.